К дню воздушно-десантных войск погода приготовила неплохие спецэффекты. И если гром в качестве праздничной артиллерии отгремел накануне, то сегодня на крыльях порывистого юго-западного ветра над городом промчится активный циклон. Он польет нас короткими дождями и добавит свежести не только людям в голубых беретах. Так что мокрыми будут все, невзирая на род войск, пол и возраст. Этот неугомонный вихрь с точностью опытного снайпера собьет и без того невысокую температуру. И пятница окажется самым холодным днем недели. Всего плюс 15. Так что купаться в городских фонтанах мы все же не советуем. Лучше посмотрите вечером хороший фильм о доблести и отваге.